Ответ знает Эцио. Ну вот в чем беда. Он мертв. Не могу поверить, что мы застряли. Эй, может, пароль как-то связан вот с этим? Такой же символ был на двери сокровищницы. 1419, 1420, 1421. А что, если это не дата? 1419, 1420. Боже мой! Что? Бог! Да говори же! Я и говорю. Тетраграмматон. 72 имени Бога. Видишь? Они заключены в трех стихах книги Исхода. С 19 по 21. Но это еще не все. Выстроив четыре буквы иврита, составляющие имя, в равностороннем треугольнике, и сложив их числовые значения, мы снова получим 72. Точно, ты уверен в этом? Да, Ребекка, именно поэтому я это и рассказываю. Но самое интересное впереди. В 72-м году началось строительство Колизея. Кажется, это и есть наш пароль. Шон, заводи фургон. Дежавю. Точно. Пошли. А как же мы? Вам, кстати, там может понадобиться историк. Шон прав. Этот тоннель ведет под капиталистский холм. Я помогу им найти другой вход. Будь осторожен, Дезмонд. Я поведу. Хорошая шутка. Я видел твою машину. Люси, я уже скоро буду у входа. Очень хорошо. Увидишь гладиаторов, мой совет – беги. Буду иметь в виду. Thank you.
Даже не верится, что яблоко будет у меня в руках. Все давно шло к тому. Ты заслужил это. Интересно, изменит ли оно что-нибудь? Поможет ли нам? Должно. Иначе быть не может. Как думаешь, что мы найдем? Надеюсь, что карту храмов. И что, яблоко просто так отдаст ее нам, да? Что-то не верится. Может быть, в этот раз нам повезет? Здесь столько всего. Прямо настоящий лабиринт. В гипогиуме находились клетки для гладиаторов и машины, поднимавшие их наверх. А сверху, прямо над тобой, располагалась сама арена. Очень ценно. Чувствую, что я знаю ответ. 72. Какое это имеет значение? Мы просто возьмем яблоко и уйдем. Пароль от двери. Кто-то хочет, чтобы мы ничего не напутали. Похоже на то. Наконец-то снова на знакомой земле. Мы поместим эпилог нашей истории. Пусть он попадет к тому, кто достоин. Пусть он направит его. Пусть поможет найти путь. Пусть спасет мир, который мы покидаем. Кто ты? Что случилось, Дезмонд?
Ничего. Вначале мы доверяли наши знания пергаменту, камню, памяти людей. Оказалось, что это недолговечные материалы, стертые огнем, стертые голодом, стертые потопом. Люди снова стали невинными, невинными и невежественными. Я иду. А вы не торопились? Что это за место? Санта-Мария Аракуэлли. Ты видишь эти колонны? Они построены на развалинах. Говорят, что эта церковь стоит на месте древнего храма Юноны. Потолок мне нравится. Тебе понравился потолок, да. Путешествовать с тобой одно удовольствие. Здесь что-то есть. А, ну ладно, мы можем остаться здесь и помолиться. Мы не создали их мудрыми, а теперь они — наша последняя слабая надежда. Они — это вы. Вы можете понять нас, но вы ломаете наши орудия или обращаете их друг против друга. Мы уничтожили все, что смогли, и спрятали остальное. Thank you.
Что-то открылось? Но не все. А для того, чтобы уничтожить мир, многого не нужно. Это безопасное место. Вечное. Хранить предметы, слова, мудрость, но не жизнь. Хотя мы были близки, но время... Время разрушает нас. Мы можем отвлечь его, обмануть его, уклониться от удара. Но его сила слишком велика, а терпение бесконечно. Мы не можем вечно сражаться с ним. Начинайте. Так, этого вроде в планах нет. Дезмонд, спускайся сюда! Уже иду. Что бы это ни было, толку-то? Это тупик. Я не уверен, что... Если хочешь убить нас, приятель, то тебе надо больше стараться. Мы пришли. Так, теперь пароль. Если Шон окажется прав. Я всегда прав. Кстати, о том тупике. Нет, не было такого. Как думаешь, она понимает по-английски? Да говори уже! Ну ладно. 72. После вас. Вы должны это видеть. Яблоко лежит в самом центре. Пора узнать, где находятся эти храмы. Дезмонд активировал обнаружен выключатель. Может, если попасть в каждую из них, получится подать ток на центральную платформу. Или превратить комнату в корабль пришельцев и улететь. Я могла бы говорить сто лет, и вы все равно не поняли бы. У вас 5 чувств. У нас 6. Одно мутаили от вас. Вы никогда не будете знать. Вы можете видеть, понять, различать вкус, осязать, слышать. Но знание вам недоступно. Ugh.
хотел гибнуть, мы пытались передать это через кровь. Связать вас с нами, мы удача. Вы видите голубое сияние, вы слышите слова, но вы не знаете. Сложно сохранять спокойствие, зная то, что знаю я. Мы ждем тебя, Дезмонд. Ты придешь сюда. Ты активируешь его. Ты все поймешь, но слишком поздно. Ты слышала это? Что это, Дезмонд? Где эти храмы? Хочешь, чтобы я спросил? Или подумала, или еще что. Ты уверен, что задал правильный вопрос? Я знаю этот символ. Это фригийский колпак. Он символизирует свободу, а это масонский класс. Вместе они находятся только... Что? Я не могу пошевелиться. Ты активировал яблоко. Оно общается с твоей ДНК. Отпусти меня! 72 дня до момента пробуждения. Ты — наше дитя и дитя наших врагов. Конец и начало. Тот, кого мы ненавидим и почитаем. Последнее путешествие начинается. С тобой через врата пройдет спутница. Но я не вижу ее.
Крест заслоняет ее от моего взора. Что ты делаешь? Он должен быть открыт. Ты должен сыграть свою роль. Весы должны прийти в равновесие. Прошу! Ты знаешь очень мало. Мы должны направить тебя. Не сопротивляйся. Нет! Готово. Путь лежит перед тобой. Осталось найти ее. Пробуди шестой. Иди, один. Дьявол, у него шок. Клади его в машину. Это единственный выход. Но ведь это все из-за Нимуса. Не спорь с экспертом. Делай. Нет.